بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد يا سند يا صمد يا من له المستند اجعل لي فرجا ومخرجا مما أنا فيه واكفني فيه وأعوذ بك بسم الله التامات يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن Сегодня мы едем за посылочкой, которая шла ко мне полгода. По дороге я расскажу, в чем проблема. В общем, прислали мне посылку. Моя ученица, подарок. Мне подарок на праздник Рамадан. И только сейчас я еду ее забирать. И очень надеюсь, что смогу ее забрать. В итоге, оказывается, сейчас не доставляют на дом, как делали всегда это раньше. Либан пост. Как я узнала, что можно ее все-таки достать. Я думала, она где-то пропала в пути. Они где-то просто зависают в пути, где-то на каком-то складе. Оказывается, надо приходить и самостоятельно забирать. В общем, сейчас посмотрим, что там да как. Смогу ли я сегодня забрать, потому что я должна была вчера забрать. И сейчас написали, что не удалось вручить посылку. Надеюсь, ее никуда не увезли. يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا مالك يا قادر يا واهب يا وهاب يا تواب يا В общем, девочки, вот наш Либанпост. Гадость. Оказывается, закрывается перед праздником за день. И открывается после праздников через несколько дней. В общем, я вчера поленилась, не пошла, и все, и нету посылки. Потом придется опять ее по всему Ливану искать. Алло. Салам алейкум. Алейкум салам. Доктор Фида, маджур? Алла бля амалия, маджур, 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 маджур. Ма Алло. Хотела я пойти сначала к своему врачу, у меня здесь вот, в общем, кисмай. Уже несколько лет, но сейчас начал болеть мне вот этот вот мафсаль. Липома. Липома, вот, липома, водяная липома. Вот этот мафсаль начал болеть, поэтому надо все-таки ее вырезать. Потому что если она не мешает, иногда не вырезает, всю жизнь может так жить, если не увеличивается, не мешает. В общем, она мне стала болеть из-за него, из-за нее вот этот вот мопс. А я закрыл, жду тебя, Зизу, тебе телефон. Хотел я его сегодня. Вчера хотел я его. Приехали. Приехали к маме. Электричества нету. Будем идти пешком. Чего страшного? Что ж поделаешь? Всего лишь пятый этаж. Света нету. Что, девочки, дозвонились мы до врача, и он сказал, что через 20 минут выйдет с операции и готов меня принять. Через 20 минут мы должны быть, в общем, далеко. Вот так вот здесь будете бегать и искать по всему, по всем районам врача. В общем, едем, бежим. Спешим. Ехали мы в Мусташфа. Посмотрим сейчас, сколько это займет времени. Обычно очень долго. Здесь у нас товары, скорая помощь с этой стороны. То есть у нас здесь в Ливане такая система частной больницы. И есть в них вход скорой помощи. И, ну, в общем, понятно, да? То есть нету отдельной больницы скорая помощь, которая называется. Всегда это совместная больница. Даже если она частная, она все равно есть в ней часть, вход, где скорая помощь.
Что встретил одного знакомого и нас завели сюда. Через 5 минут должен прийти доктор. Скажи, дальше она солнце. Он говорит, что он очень терпеливый. И привел жену в больницу. Очень терпеливый человек. В общем, ждем дальше. В общем, посмотрели мне руку. Она либо прямо внутри мафса или на вот. Вот так вот выглядит. Это центральный вход. Мой муж, конечно же, покупает кофе. В общем, сейчас перенаправили меня к другому врачу. Если это не в самом суставе, то это не так сложно, наверное. Вот если в самом суставе, то, конечно, будет целая операция. А, это я уже сказала. Миналь кахва. Без кофе никак. Кто встречает? Красавица. Так, все. Ну, вот так у нас, когда приходит электричество. Видите, сколько? Место 220 вольт. 208, 211. Видите, максимум 214. Государство тоже делает очень некачественным электричество, а взаменное частное электричество, оно еще меньше было. Там вообще было 180, 185, и у меня все поиспортились. В общем, сегодня пятница, муж поехал на молитву. Смотрите, у меня тут лучок, чесночок, укропчик. Но он такой, что-то плохо растет. Ну, сейчас я его полью. Хотя дожди были, но сюда очень плохо, видите, попадает дождь. И сейчас у нас азан на молитву. Вот с города, смотрите, какой звук. Девочки, очень важная тема открылась в последнее время. Меня постоянно спрашивают, задают огромное количество вопросов. И, честно, я даже иногда не могу... Вот, у меня настолько получается ташатут дыгний, что я не могу сконцентрироваться. То есть я приходит пятница, я хочу какую-то тему интересную обсудить, и все. И так как очень много тем, я пробовала их записывать, тоже не получается, потому что... На какую-то тему надо тоже быть настроенной. То есть даже у тебя записаны темы, то ты как-то не настроен ни на одну из них. А если у тебя в голове была какая-то мысль, и вот эту тему развить, тоже не получается. Ну, вообще, это проблема женщин, то, что они очень сильно, да, распыляются на разные вопросы, на неспециализацию. То есть они могут делать сносно очень много вещей, но очень мало вещей могут делать идеально. И, конечно же, эта женская сущность, она им мешает быть именно суперспециалистами в какой-то области. Это очень большая редкость. Наши собачки там валяются. Даже когда вы снимаете видео, когда видео снимает мужчина-блогер и женщина-блогер, это очень хорошо видно, это стилистика. Когда человек не может. Вот видите, как я отвлеклась на собак. Мужчина никогда этого не сделает. А для женщины это кажется нормальным. Отвлечься на собачек. От общей темы, которую она рассказывает. Но есть одна тема, которая в последнее время постоянно обсуждается. Это понятие богатства и бедности. Когда я что-то показываю, свой дом, там, свою машину, очень часто блогеры сталкиваются с этим, что их как бы, ну, так осуждают за то, что они там что-то кушают, что-то показывают в каком-то ресторане, свой дом, свою жизнь, и оперируют это тем, что другим же тоже этого хочется. И эту тему я буду тоже освещать на своем инстаграме, на своей страничке в инстаграм iawomanlebanon2, иншалла. И, конечно, я там более структурирована. Но сегодня я с вами прощаюсь, больше ничего не буду снимать, потому что, видите, нету солнца, и у меня в квартире получается
очень плохое освещение, поэтому мы на этом с вами сегодня останавливаемся. Баракаллаху фикум. Ассаляму алейкум ва рахматуллаху ва баракатух. اجعل لي فرجا ومخرجا مما انا فيه واكفني فيه.